Исламский образовательный портал assunna.ru представляет. Многие сейчас занимаются, увлекаются переписками с противоположным полом. Там у кого-то есть Аска, у кого-то есть Одноклассники, у кого-то есть другие социальные сети, по которым они общаются. Если сказать с точки зрения шариата, это запрещено. Это харам. Чтобы все знали. Какой бы цель у него не было, многие, мол, говорят, я исламу обучаю, я там ее там чему-то обучаю. Все это, как сказать, поговорки. То есть он ищет повода, чтобы общаться с противоположным полом. Знаете, что это харам. В Коране Аллаху Та'ала говорит, «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва ля такрабу зина». Вы не приближайтесь к зина. Зина – это прелюбодеяние. Других грехах, когда Аллаху Та'ала обращается к людям, Аллаху Та'ала говорит, не делайте. А в этом грехе Аллаху Та'ала говорит, вы не приближайтесь. То есть даже близко не подходите к этому греху. Есть большая опасность. В книгах написано, тот человек, который совершил этот грех, у него сладость имана не бывает в сердце. Поэтому бойтесь, уважаемые братья, этого греха. Это на самом деле большой грех. Один из больших грехов, за который даже в исламе очень сильно покараете. Пусть Аллах нам поможет всем соблюдать каноны ислама, каноны шариата. И хочу посоветовать всем нашим, как сказать, братьям и сестрам тоже, чтобы побольше изучали ислам. Это самое главное на сегодняшний день, чтобы мы изучали ислам. Почему? Потому что сказано, если вы не будете изучать свою религию, то враги ислама будут изучать вашу религию, и эту же науку, исламскую науку, будут употреблять против вас. То есть то, что мы сегодня видим, нашими же знаниями нас, мусульман, натравляют друг на друга. Кого-то называют кафирами, кого-то называют мушриками, кого-то называют бидаатчиками. Это все откуда идет? Это все они, враги ислама, изучили исламскую науку. Из этих наук они взяли такие моменты, с помощью которых можно сеять смуту среди уммы. Поэтому не поддавайтесь.